Добро пожаловать в дом Шевелевых. В рамках года добра, объявленного главой региона в 2021 году, Пустозерский музей предлагает ребятам провести нескучные познавательные каникулы в его стенах. Юных жителей и гостей Неинского округа приглашают посетить Пустозерский музей. Совершенно бесплатно до 25 июня для детей и подростков работники музея проведут тематические мастер-классы и экскурсии по дому Шевелевых. Мы решили провести такую некую акцию, назовем ее «Неделей добрых дел». Мы проводим серию экскурсий, мастер-классов, занятий для детей и подростков совершенно бесплатно. По предварительной записи в удобное время жители города могут прийти в дом Шевелевых по адресу Тыковылка 4. Сегодня там побывала группа ребят из 4-й школы, которые посещают летнюю площадку. Дети с интересом слушали экскурсоводов и задавали интересующие их вопросы. Это дом, который был в Пустозерске, потом его взяли и перестроили. А Пустозерск, он пропал, потому что там река начала мелеть и было трудно проехать. Города больше не стало. Мне больше всего понравилась кухня, как там спали на палатях большие и печка. Такая большая, красивая. В рамках программы запланировано порядка 7 мастер-классов и различных занятий, таких как знакомство с самоваром, мастер-класс по изготовлению сувениров из металлопластика и бумаги, изготовление северного оберега и многое другое. В Пустозерском музее проводят в настоящее время 3 экскурсии. Северный дом, его облик и душа, Николас Витцен и исчезнувший город и первый в Арктике. Катрина Тайбарей, Вадим Стасюк, телеканал «Север».